Приветствую, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на повестке дня обзор на видеорегистратор Xiaomi View C430. Компактный и надежный спутник для вашего автомобиля. Мы разберемся, что он умеет, обсудим его плюсы и минусы и выясним, стоит ли он вашего внимания. Все, как всегда, честно и по делу, так что устраивайтесь поудобнее и погнали! Ссылки на товар, как всегда, в описании под видео. А теперь давайте взглянем на внешний вид этого малыша. Xiaomi View C430 – это действительно компактный видеорегистратор, который легко впишется в интерьер любого автомобиля. Его высота составляет 59,7 мм, ширина 59,3 мм, а глубина всего 32,5 мм. То есть в руке он ощущается как небольшой кубик, и при этом весит всего 56,4 грамма. Легкий, компактный и совсем не бросается в глаза, что еще нужно для того, чтобы он стал незаметным, но верным свидетелем того, что происходит на дороге. И, конечно, не забудьте заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный промокод, чтобы ваша покупка была не только удачной, но и выгодной. Теперь давайте поговорим о том, что делает Xiaomi View C430 таким интересным девайсом. Первое, что стоит отметить, это точный GPS. Он не просто фиксирует ваше местоположение, но и предупреждает о камерах контроля скорости на дороге. Так что если вы вдруг увлеклись скоростью, этот видеорегистратор мягко напомнит вам сбавить газ. А еще GPS автоматически подстраивает дату и время, так что вам не придется возиться с настройками. Конечно, Mi View C430 это не просто GPS-трекер на лобовом стекле. Он оснащен камерой, которая записывает видео в Full HD разрешении, что позволяет вам запечатлеть мельчайшие детали дорожной ситуации. Угол обзора в 135 градусов охватывает все, что происходит перед автомобилем без неприятных искажений по краям кадра. А благодаря новому 2-дюймовому экрану вы легко сможете просмотреть записи прямо на месте. И самое важное – безопасность. Встроенный G-сенсор моментально реагирует на удары и резкие движения, автоматически включая запись защищенного от удаления видео. Это может быть крайне полезным в случае ДТП или спорной ситуации на дороге, когда нужны весомые доказательства. Xiaomi View C430 – это не просто видеорегистратор, это ваш личный цифровой помощник на дороге, который всегда подскажет и поддержит в нужный момент. Я прошерстил отзывы владельцев Xiaomi View C430 и выделил самые частые плюсы и минусы, с которыми сталкиваются пользователи. Начнем с минусов. Нет встроенного аккумулятора, слишком громкие предупреждения о камерах, сверхчувствительный датчик удара, номера машин ночью плохо видны. Ну, конечно, у устройства есть и свои сильные стороны, которые понравились покупателям. Компактный и удобный. Качественное исполнение. Быстро находит спутники, до минуты. Автоматическая настройка даты и времени. Простое и понятное меню. Хорошее качество видео. Длинный шнур питания. Нормальная стабилизация. Широкий угол обзора. На этом у меня все, друзья. Напоминаю, что ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод ждут вас в описании под видео. Пишите в комментариях, что думаете о Xiaomi View C430, делитесь своим опытом и мнениями. Если вам понравился обзор и вы хотите видеть больше таких видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорых встреч и удачи на дорогах!